Так выглядел затон 7 июня 2014 года, когда вода в Оби у Барнаула поднялась до отметки в 7 метров 40 сантиметров. Это было максимальное значение за всю историю наблюдений. Сейчас поселок выглядит вот так. Вода прибывает потихоньку. На отметке уровень в 508 сантиметров. Подтопленных земельных участков нет. Чтобы это произошло, вода должна подняться до уровня в 560, говорят спасатели. А вот дома может начать подтапливать при 585 сантиметрах. К большой воде в затоне готовятся. Есть насыпь, заключены все контракты, есть в запасе глина. Мы понимаем, какая техника будет нам помогать, если насыпь придется усиливать, куда-то дополнительно что-то подвозить. У нас сформирована автобусная группа, это в части организации эвакуации. Мы отработали с речниками, у нас есть понимание, на чем людей эвакуировать. По данным главы города, в затоне сейчас живут 2200 человек. Власти готовы при необходимости развернуть пункт временного размещения. Позаботились и о том, чем кормить и лечить людей, если понадобится. Сформирован месячный запас лекарств. Вячеслав Франк попросил жителей затона тоже быть готовыми к паводку, не игнорировать информацию властей. В поселке установлены 5 информационных стендов. О росте или снижении уровня воды сообщают в ежедневном режиме. Если придет такая необходимость эвакуироваться, надо исполнять. Власти поселка, района и города вместе со спасателями проверили состояние понтонного моста. Сегодня это единственная дорога до затона. Объездной путь на остров Шубинский закрыт. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация в затоне может ухудшиться. Обещают дожди. Планируем уже во вторник выставить сюда оперативную группу города, также направить сюда спасательный пост, спасателей и подключить пожарную часть. И со вторника, со среды начнем уже работать по населению, проводить подворовые обходы, смотреть, какую необходимо оказать помощь. Следить за ситуацией в затоне в ежедневном режиме будут порядка 15 спасателей. При подъеме воды до 560 сантиметров людям уже будут предлагать эвакуироваться из затона. Напомню, по предварительным данным, уровень воды в Оби может достигнуть максимальной отметки в 590 сантиметров. На данный момент он добрался до 508. Татьяна Голубева, «День с толком».